Пинская военная флотилия обороняла Киев. После того, как стало очевидно, что немцы захватили оба берега Днепра и к Черному морю уже не прорваться, оставшиеся в боевом строю корабли были взорваны. Попавших в плен моряков немцы расстреляли в Бабьем Яру в декабре 42-го. Очевидцы помнят, как моряков ввели на тот расстрел по Крещатику в 30-градусный мороз, босыми и полураздетыми. А они шли, шли и пели. Раскинулось море широко. Сказал кочегар кочегару: огни в моей топке совсем не горят, в котлах не сдержать больше пару. Пойди доложи ты, что я заболел, и вахты не кончен, бросаю. Весь потом истек, от жары занемок, работать нет сил, помираю. Товарищ ушел, он лопату схватил, собравши последние силы. Движением привычным он печь отворил, и пламя его опалило. На палубу вышел, сознание уже нет, глаза по небу помутилось. На миг увидал ослепительный свет. Упал, сердце больше не билось. Напрасно старушка ждет сына домой, и скажут она, зарыдает. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. А и след их вдали пропадает.